И новый скандал. Вашингтон и Украина, вопреки уверениям, ведут переговоры о поставках летального оружия. Об этом свидетельствуют документы, которые сегодня выложили в сеть хакеры из группы «Кибер-Беркут». Взломан планшетный компьютер одного из членов американской делегации, который на прошлой неделе приезжал в Киев вместе с вице-президентом США Джо Байденом. Документ с пометкой «Для Конгресса окончательный», в котором перечислены первоочередные потребности армии Украины. Среди них почти 300 бронетранспортеров, более 1000 автомобилей «Хаммер», снайперские штурмовые винтовки, гранатометы и минометы, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Публично власти США заявляют, что готовы поставлять Киеву только нелетальное оружие.